Привет! Сегодня мы будем с вами рисовать. Давай, смотрите. Если что, у меня есть вот такие вот карандаши. Очень хорошие, блестящие причем. Вот. Порекомендую, кому нравится блестящие. Сначала сделаем все простым карандашом. Потом уже начнем. Первым делом рисуем. Очень милого зверька. По-моему, это для меня это мило. По-вашему, не знаю.
Вот смотрите, что у нас получилось пока что. Потом мы еще будем докрашивать, конечно же. Тут девочка совсем не подходит такая. Панда вот тут вот потом доведем. Все доделаем потом, если что. Даже единорога, разукрасим поярче. Так вот. Пока, до новых встреч. Еще я хочу вам показать. У меня были одни такие вот картины. Вот. Тут травка была, вот тут не было вот такого бна. Тут было сначала у меня просто вот такая вот веточка. А тут небольшое такое пруд. Тут два лупочка, это отражение. А вот тут два лупочки на небо. Вот это весна мы рисовали. Весна. Это сейба. Есть просто такое дерево. Понимаете? Очень красиво цветет. Тема тут была у меня слон. Большой слон. Вот это у него хобот. Это его глаз. Вот ухо. Вот такой хвостик, я подумала. Тут пальмов. Пальма с кокосом, тут кокос, вот такие вот пятнышки. Ну и травка. Ну, голубой это просто такой цвет выбрали. Больше голубой, чем серый лучше. Так обычно рисуют просто. Тема тут лисенок. Вот это вот. Лисенок. Очень миленький. Тут у него такой хвостик. Это лапки у него вот тут вот хватает. Я его чуть-чуть подделаю, а потом, когда вот это вот доделаем до конца, я вам покажу, как он по-другому выглядит. Просто мне такой больше понравился. Тут розы. Тут куст такой большой. Вот тут солнышко, тут облачко. Ну, вот тут небо. Пока, до новых встреч еще раз, потому что я вам рассказываю это еще раз. Получается. Лайк и подписка.